Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В этом видео покажу очередное мировое событие Шарапшири. Данное событие у нас, получается, находится западным паспортом. Вот здесь вот. Вот. Получается, западный руин Куриниума. Вот. Это у нас легендарный зверь какой-то. Ну что ж, пошли к нему. Сейчас мы здесь быстренько сокровище заберем одно. Раз мы здесь находимся, да? Ну все, пошли до него добираться. Потому что надо через эти катакомбы пройти. И он где-то здесь. Ёб твою мать! Ой, по ногам стрельнули, да? Давай, атака с оглушением, блядь. Ты въебала. Отстань от меня, отстань! Больно мне делаешь, гад. Но видите, кстати, луком-то, блять, не, это не сильно-то и дамаги там вообще. Ну и да, какой-то пьяный вообще просто. Ой. Не охуело, да бля, копыт он складывает, тварь. Лапками, лапками, тихо. Так, мы восстановили ярость, этот адреналин. Ну, понял, да, он, короче, вот только восстанавливает. Медведь налокался меда. Все, да? Ну да, получается. Фух, ну да. Было чуть-чуть сложновато. Ну что ж, ребят, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо, всем пока.